Жители Чувашии сделали свой выбор. Речь про городские пространства, которые благоустроят в первую очередь по программе формирования комфортной городской среды. О результатах Ольга Пырочкина. Все решают жители. Таков принцип реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в 2018 году. Чтобы спросить мнение горожан о том, какие общественные пространства они хотят видеть благоустроенными в первую очередь, в городах с населением более 20 тысяч провели голосование. Всего за эту неделю у нас проголосовало почти 11 тысяч человек по всей Чувашской республике. По городу Чебоксары проголосовало порядка 2 тысяч человек. Выделено на сегодняшний день 6, скажем, претендентов на благоустройство в 2018 году. У жителей столицы выбор был самый большой. В лидерах оказались Театральная площадь, роща ЗДК Тракторостроителей, аллея по улице Айзмана и дубовая роща в Новоюжном районе. Также жители хотят продолжения благоустройства сквера Константина Иванова и Московской набережной. Следующий этап – голосование за конкретные проекты по выбранным объектам. Оно стартует после 20 марта. До этого времени архитекторы должны подготовить свои предложения. Впрочем, благоустроить все сразу все равно не получится. В зависимости от финансирования администрации городов выберут несколько объектов. Например, в Чебоксарах называют число 3. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.